Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня воскресенье. И идя из дома Господня, я не могу, чтобы не поблагодарить Его за то прекрасное настроение, за то, что бегут струйки тела в организме, крови. И циркулирует в такт с душой, разумом едино, за то, что никакой вирус не одолел меня по сей день. Я благодарю Всевышнего. Минуты молчания. Минута молчания прошла знак уважения. Аминь. До скорых встреч на моем канале. Это человек, назвавший себя Буфляр. На радость всем. Подписывайтесь, ставьте лайк.